В Черном море неподалеку от города Одессы попал в шторм и затонул прогулочный катер. По данным украинских властей, катастрофа унесла жизни 14 человек, 20 удалось спасти. Еще двое числятся пропавшими без вести. Предварительная версия крушения – перегруз. На борту судна находились 33 пассажира и 3 члена экипажа, хотя рассчитано оно было лишь на 15 человек. Также на перегруженном катере отсутствовали спасательные жилеты. Капитан судна уже задержан. По факту катастрофы заведено уголовное дело.